Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 5-го каталога Faberlic, в котором просто нереальная куча новинок. Давайте вместе обсуждать план покупок, оставлю вам свои отзывы, итак, поехали. Обращаем сразу внимание, каталог у нас снова будет короткий, 2 недели, всего с 29.03 по 11.04, поэтому спешим разместить все свои заказы. У нас на первой страничке, сразу на второй, да, стартует новая линейка. Очень, кстати, интересная. И в этом каталоге выйдут несколько продуктов из нее. Это Dream Therapy. У нас расслабляющее крем-масло для душа. Цены, кстати, нормальные. Ну, по крайней мере, на масло для душа, ароматическую зубную пасту, да. Крема и ночная маска не очень бюджетно, но я буду, скорее всего, все брать, пробовать. Будем вместе с вами тестировать. Смотрела уже обзоры у VIP-ов на эту серию. Вроде как всем все нравится. Эта серия у нас с маслом лаванды, насколько я знаю, содержит инкапсулированный мелатонин. То есть, что это такое, да? Вкратце, заключается в том, что он с трудом проникает в глубокие слои кожи. Но так как у нас Faberlic, естественно, он инкапсулированный и еще кислородный комплекс, поэтому он должен проникать хорошо и в глубокие слои кожи. Кожа наша должна отдыхать, и благодаря еще вот этому моменту ароматерапии, да, способствовать хорошему засыпанию. Ну, я не знаю, конечно, в этом, девчонки, сильно сомневаюсь, но линейка интересная. Будем с вами вместе пробовать, буду брать. Новая линейка Dr. Core, и в 5-м каталоге у нас с вами будет серия антиакне, да. Я не буду ее брать, потому что, ну, у меня нет проблем таких с кожей, я не смогу вам достоверно показать свой отзыв, рассказать и показать, потому что нет у меня таких проблем. От постакне здесь будет кремушка, мягкий гель для умывания, лосьон, да. Насколько я знаю, эта серия вся, она слегка охлаждающим эффектом таким обладает, возможно, там есть ментол в составе. Я буду ждать другие линейки, возможно, для сухой кожи попробуем. Гормональное старение еще рановато, или для чувствительной кожи какой-то вот из этих вот серий. Вот это, ну, мне совсем никак. У меня сейчас кожа в нормальном состоянии, у меня нет высыпаний, нет жирного блеска. Мне не могу ее взять просто так, да, потому что не смогу вам дать полноценный отзыв. Цены адекватные с учетом того, что это, мне кажется, что-то типа космецевтики, да. И она должна решать эту серию проблемы. Очень интересно, на самом деле, у кого акне или постакне вот эту серию линейку протестировать, было бы здорово. Буду брать все 3 маски обязательно, девчонки. Вы знаете, как я люблю маски, как часто я их делаю, поэтому обязательно возьму все 3. 399 рублей у нас пока цена знакомства. Будем вместе с вами все 3 пробовать. Интересно, на самом деле. Я ждала именно масок Faberlic и побольше, потому что Faberlic очень мало масок. Да, и вот хотелось, на самом деле хотелось. Знаю, девчонки, многие ждут еще расширение детской линейки. Я тоже ее очень сильно жду, потому что давно не обновляют, давно не расширяют. Очень мало продуктов. Многие пишут по этому поводу в обратную связь. Пока еще у нас с вами действует программа Faberlic Like до 7-го каталога. Пока что будет дальше, неизвестно, поэтому успеваем взять свои любимые продукты по хорошей скидке. Будет новинка. Крем-концентрат для лица Мезоботокс. Уменьшает выраженность морщин. 699 рублей 30 миллилитров по каталогу. Скорее всего, тоже буду брать. Будем с вами тестировать. Мне вся эта линейка очень нравится. Она действительно работающая. Она действительно хорошо себя показывает на возрастной коже и в борьбе с морщинами. Но не сказать, что в борьбе, да, потому что я брала шприц. Какой сейчас скажу, девчонки, вам. Так, стоп морщинам, по-моему, или корректор. Я уже забыла глубоких морщин. В общем, я брала какой-то из этих шприцов, и здесь у нас временный эффект. У меня есть достаточно ярко выраженная морщина в лобной части, да, и когда я пользуюсь этим шприцом, ее нет, ее не видно, она заполняется. Я перестаю пользоваться этим шприцом, допустим, вечером умываюсь, делаю масочку и так далее, морщину снова видно. Наношу опять этот шприц, сверху запечатываю кремом, ее не видно. Но даже такой эффект, я считаю, это круто. И если пользоваться на постоянной основе, все равно ситуация слегка улучшается. Да? Вся вот эта линейка, она безумно классная, я ее прям обожаю, действительно работает. По хорошей скидке будет набор пудра плюс роллинг гель. Пудра у меня была такая же практически, ну, она, мне кажется, такая же из линейки Эксперт с красным крестиком. Удобный продукт достаточно. Слегка подсушивает кожу, ну, прям вот слегка-слегка матирует ее. Мне очень нравится роллинг гель, хотя он и с частичками. Да, раньше он у нас был без частичек, просто как скатка, а сейчас уже с частичками. Нравится. Пользуюсь им с удовольствием, еще не добила. Для жирной кожи очень рекомендую вот эту линейку, в принципе, всю.
По скидке будет сыворотка для роста ресниц. И для роста ресниц, и для роста бровей очень крутые тоже работающие сыворотки. Надо пользоваться на постоянной основе. Если каждый вечер будете наносить на прикорневую зону ресницы, на сами реснички, да, на прикорневую вот этим спонжиком, который у нас на конце, на сами реснички щеточкой, то увидите результат буквально через неделю, дней 10. Ресницы станут насыщеннее цветом. Они станут расти, вы увидите, как они отрастают новые. Действительно, тоже работает. Пока пользуемся, опять же, работает. Не пользуемся, не работает. На многие продукты у нас так, да? Серия Global Oxygen, тоже ее очень обожаю. И пенку, и ночную маску, это моя любовь. Хорошая цена, очень выгодная за набор. Можно взять и любимые продукты пока по программе Faberlic Like, да? И хочется мне ее всю целиком протестировать, но не дает компания Faberlic, потому что выпускает новинки, да? А мы, конечно же, любим с вами новиночки, любим посмотреть, изучить, разобраться, работают они или не работают и так далее. Пошли хорошие скидки на серию кислородное сияние Axiology, да? Это больше зимние крема, бы я сказала, для совсем сухой кожи, да, поэтому начинают на них делать скидочки и на питание, и на что, и на увлажнение, да. Появляется вот такая вот новинка, девчонки, лопаточка. Я надеюсь, она будет на складе, достаточно удобная, двухсторонняя, цена адекватная. Здесь с одной стороны у нас с вами лопаточка для набора кремов и масочек. Да? Ну, для набора кремов. Маски я больше люблю, конечно, наносить кистью. Вот кисти еще Faberlic для нанесения масок не хватает, да? А вверху вот такая вот у нас подушечка для массажа лица, для умывания. Тоже очень удобно. Серия Варио, тоже ее очень уважаю. И будет скидка 60%. Смотрите, очень классная на любой эликсир при покупке любого крема. Мне нравятся все крема из этой кремы, из этой серии. Особенно хорошо зашел Рич питательный для кожи лица в зимнее время. Он прям вот спасением даже в какой-то момент был. Очень нравится. И легкий нравится. И сейчас заканчиваю крем для области вокруг век. Он мне больше всего из тех, что я пробовала, пока нравится Faberlic. Он достаточно плотный. Он убирает сухость, скрывает гусиные лапки вокруг глаз. Я прям искренне рекомендую, у кого есть такие проблемы. Из эликсиров мне больше всего нравится аквалифтинг. Я уже во много раз говорила, он классный. Сейчас добила вот этот вот сияние, да, получается, сияние, да. Ничего не могу сказать про него плохого, но и ничего хорошего. Они все быстро впитываются, дарят коже увлажнению, но от аквалифтинга я видела прям заметную подтяжку, действительно, аквалифтинг. В корейской линейке Айсиул будет классная цена на гель-скатку. Обратите на нее внимание, она его действительно заслуживает. 389 рублей за 100 миллилитров, по-моему, здесь. Не написали почему-то в каталоге. Она большая, она действительно большая. Я ей уже полгода пользуюсь, никак не могу закончить. Скатка очень крутая, очень здорово вычищает поры. Они потом чистые, тон лица выровнен. Прям обожаю эту скатку и постоянно беру ее, когда заканчивается. В линейке InfoW, которая у нас 12+, да, появляются мини-патчи для проблемной кожи. 199 рублей и их здесь. Так, 12 штук. А 9 штук по 12, 9, 5, 10. Считай, 24 штуки здесь, девчонки. Они разных размеров. У меня такие корейские есть. Но так как высыпания бывают крайне редко, пользуюсь ими редко тоже. Вообще задумка интересная. Если они действительно, Faberlic, такие хорошие и помогают, то вот эти патчи, они направлены на мгновенное решение проблемы. То есть у вас только начинает зарождаться прыщик, или он появился уже, вы приклеиваете вот этот патч. Можно даже его оставить на день, замазать тональным кремом. Если они качественно сделаны, достаточно тонкие, его не будет видно. Они прозрачные должны быть, да? И быстро решают проблемы. То есть мгновенно подсушивается прыщик наш, да, наше высыпание. И успокаивает, то есть снимает воспаление, да? Вот интересный продукт, конечно, я бы тоже взяла, но мне не на чем тестировать, девчонки. Не на чем мне тестировать этот продукт. Были бы высыпания, мы бы с вами, конечно, проверили, посмотрели. Вот еще от черных точек я вам всегда рекомендую. Будет хорошая цена за набор, да? Активная маска, крем-маска для лица 2 в 1. Антиакне 100 мл. Она очень крутая. Она действительно чистит поры до бела. Она их сужает. Это временный эффект. Где-то на полдня мне хватает. Но, тем не менее, можно использовать как умывашку. Умываться этим продуктом, на щеточку наносить или просто на руки умываться. Тоже эффект такой же обалденный.
Тон лица ровный, слегка высветляет. Вся эта серия вообще достойна внимания. Если у вас есть такие проблемы, прям вот эту масочку рекомендую. Так она будет 279 рублей, а в наборе с кремушком антиакне 399. Это тоже у нас космецевтика, то есть лечебная косметика. И здесь в этом каталоге очень много наборов классных. Густота волос, да, у нас здесь новый продукт, маска-бальзам для кожи головы. Скорее всего, я возьму, возможно, вместе с шампунем посмотрю, потестируем с вами эту масочку. Мне очень нравится маска из этой серии разогревающая, я ей пользуюсь практически на постоянной основе, поэтому интересно. Буду запасаться винотоником, как бонус за покупку он у нас будет за 499 от 499 рублей за 115 рублей. Это великолепная цена для него, сейчас пользуюсь им на постоянной основе, вечером обязательно, чтобы вены мои не повылезали, да, в период беременности, чтобы сохранить ножки в нормальном состоянии, мне очень помогает, и мне очень нравится, усталость действительно снимает, насчет укрепляет стенки сосудов или нет, я это, к сожалению, не могу проверить, но усталость снимает, ножкам становится легче. В серии Арису появляется детокс-скраб для кожи головы. Я очень люблю такие продукты, буду брать обязательно. Будем тоже вместе с вами тестировать. Скрабами пользоваться надо, очищающими шампунями пользоваться надо, потому что наш волос, как губка, просто впитывает все парабены, силиконы, всю грязь, поэтому обязательно надо. Красочку хочу тоже взять, девчонки, скорее всего, эксперты, только на корешки, потому что уже сильно отросли, но не буду прямо вот сейчас вот краситься, да. Но надо взять, запастись. На корни 8.1 или 7.1 возьму вот какой-нибудь из этих оттеночков, чтобы прокрасить их, потому что уже прям сильно отросли. Мне безумно понравилась маска из серии Blond. Blond Icon, да? Так, где она у нас? Интенсивная маска для нейтрализации желтизны. Любой продукт 379 рублей, а набор 599. Вот набором я, скорее всего, и возьму. Хотя я хочу еще и сыворотку. Я хочу весь комплекс, потому что я от маски в полном восторге. Она действительно нейтрализует желтизну даже на моих далеко не блондированных волосах, да, карамельных. И оттенок становится более благородный. И почему-то от нее я заметила такой крутой эффект, девчонки, это объема. И когда волосы лежат просто идеально, волосик к волосику. Я обычно через день мою голову, а с этой маской мне хочется ходить подольше, потому что волосы выглядят обалденно. Еще в период шапки, сейчас, слава богу, мы их сняли, вчера буквально, а еще в период шапок, после вот этой маски все равно объем на голове и волосы выглядят просто шикарно. Поэтому я просто влюбилась в эту серию. Мне хочется протестировать ее прям всю. Касаемо этой туши, она уже у нас будет подороже, да, я вам пару раз даже в роликах показывала эффект, мне нравится, я пользуюсь большим удовольствием, здесь не только длина, здесь еще и объем шикарный, и где-то только после третьего слоя начинают появляться паучьи лапки, но три слоя перебор, после двух слоев туши и так ресницы выглядят шикарно, хлопаем и взлетаем. И я сейчас со своей любимой Miss Curl, пока пересела на эту тушь, могу вам сказать, что она действительно достойная, действительно заслуживает внимания. Новый дизайн туши у нас Maxi, да, объемная, здесь силиконовая щеточка, но я не буду ее брать. Я брала ее в старом дизайне и как-то, ну, не вау и не фонтан. На 114 странице прям подборка туши, на 114, на 115. Ну, любимая наша Miss Curl с вами, да, коричневая, прям обожаем многие мы ее. 299 рублей, да, на любой вкус и цвет. Обалденная стрейч тушь. Экстрим, вот эту тоже малиновую прям обожаю. Она действительно крутая, знаю, многие любят девочки и объемную. First Class, на нее много отзывов хороших были. Я ее так и не попробовала, потому что всегда склоняюсь в сторону силиконовых кисточек. Новые подводки или старые подводки в новом дизайне, как любят делать многие косметические компании, да? Пока будет скидка 40%. Они будут стоить 269 рублей. И мне тут захотелось. Кисточка вроде тоненькая, такая удобненькая. И мне хочется какую-нибудь зеленую взять. Я вот на этот малахитовый прям засматриваюсь. Без блесточек, без ничего. Хочется. Подумаю, посмотрю, пока меня полностью устраивают новые карандаши из серии Glam Team в роли подводки. А так подумаю, посмотрю. Тени без скидочки. Карандашик для губ тоже классный. Вообще очень рекомендую. Особенно, когда на скидках будет. Пока 229 рублей. Помадки. Вообще практически все помады люблю в Glam Team. Довольно качественные, все хорошие, пигментированные, даже кибаль, прям пигментированная на все 100.
И палеточки, палетки. Я на них уже тоже видела обзоры, видела девчонки свочи. И я так понимаю, вот эта палетка, это у нас старая палетка в новом дизайне. И слегка подороже, хотя, в принципе, практически так же она и стоила. И вот эта вторая, холодные оттенки, да, не такой, конечно, розовый хайлайтер, как здесь нарисовали. Прям розовым каким-то. Но так как я такую уже пробовала, да, и судя по свочам, это прям вот она, я, конечно, возьму холодную. И попробую ее. Посмотрим с вами по свочам. Две брать не буду, потому что ну зачем мне две? Ну куда? Ну куда? Новые лаки появляются. Лак для ногтей Color and Stay. По 155 рублей. При покупке двух они будут стоить. Такие оттеночки весенние, насыщенные. И нюд. Нюд с блесками, без блесок. Тоже по 155 рублей. Это лак для ногтей Color and Care. Не содержит толуол, формальдегид. Для многих это очень важно, я знаю. Много лаков, это здорово. Карандаш мой любимый, девчонки. Вот уже второй открыла, использую. Он классный для кутикулы, прямо для сухой спасения. Потрясающий. Матовая помада Первой Леди что-то. Минус 45% и не очень дешево совсем. Она бывает дешевле на распродажах гораздо. Касаемо ароматов на весну, я расскажу вам свои предпочтения, а вы уже выбирайте сами. Мне очень нравится зеленая Рената. Не очень стойкие ароматы, в принципе, все Фаберлик, да, но вот именно он зеленый, зеленый, такой весенний, классный. А красная уже тяжеловато, поэтому как бы на нее и скидка, да. Мы все с вами понимаем. Портужур я брала в свое время, очень понравился в пробнике, но не зашел в полном флаконе. Кому-то я его отдала. Ну, бьюти-кафе Каприз, понятно, и бьюти-кафе, они все цветочные, сладенькие, тоже можно и к весне их отнести вполне. Флюорет, красивый аромат, очень интересный, пион, да, в свое время тоже думала взять полноразмерку, но так и не взяла почему-то. Весенний, весенний, классный аромат, еще аромат мама, не знаю, есть у нас тут в каталоге. О, смотрите, Феста де Вита, у нас можно потереть флакончик вообще, с ума сойти. По-моему, у меня не было этого аромата, если я не ошибаюсь. Ну, мне не очень. Мне не очень. Мне вообще мало какие ароматы нравятся. Фаберлик. Мимо этого точно пройду. Мур-мур, кстати, пользуюсь с удовольствием. Ванилька прям такая приятная с шоколадочкой. 299 рублей 30 миллилитров парфюма Дона Феличи Инкогнито Феерик Сенсуэли Каори. Классический променад. Хороший выбор. Можно что-нибудь себе приглядеть. А малышки будут 249 при покупке двух и 199 при покупке трех. Совсем невыгодно с учетом того, сколько стоит 30 миллилитров, да? И, кстати, те же ароматы. Ну, практически те же. Юдашкин. Многие, кстати, его любят. Я как-то тоже вот мимо него прохожу. Клиники Технокидс. Наконец-то желтые ценники. Будем запасаться пастами, шампунями, бальзамами, мылами всем на свете. Я эту линейку очень люблю, уважаю. Беру для своей дочери. Кошку Малину не беру принципиально, потому что у нас на шампунь была аллергия. В малышковой линейке комплекс для купания будет хорошая цена. 169 рублей. Прям хорошая. Дальше у нас питание. Там, по-моему, тоже есть какие-то новиночки. Так, каша овсяная с бананом и лук. Лукумой, 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 девчонки, как правильно. И еще у нас суп посредиземноморский с пастой ризотто и маслинами, но он не очень новинка-то, он уже был у нас. Так, и что-то еще, мне кажется, новенькое из еды было. Наверное, на сайте, скорее всего, не в каталоге. Появляются ленты для занятий фитнесом, да, 599 рублей 3 штуки, со скидкой будет 400 с чем-то. Ну, не знаю, нормальная, в принципе, цена, но мы фикси брали такую ленту. Дочь занимается периодически, когда вспоминает, да, она там, по-моему, 90, 99 рублей фикси. Батончики мои любимые будут по 99 рублей. Дороговато, хочется их подешевле как-то ухватить. Вот такие формы для оладий. Можно котлетки делать, как бы сырнички, что угодно. У меня есть такая из Пятерочки форма с круглыми просто дырочками, да. И я вам могу сказать, мне не нравится. Не нравится почему? Потому что к этой силиконовой форме они потом прилипают. И вымывать вот там вот из этих кружочков, это прям испытание. Надо прям щетку отдельную заводить, замачивать сначала, вымывать. Поэтому для меня это такой трудоемкий процесс, девчонки, я ей не пользуюсь. Она у меня просто висит. Ну и нафиг. Пусть они будут не такие ровные, но потом не будет вот этого на самом деле геморроя. Гринли по поводу освежителей. Я их больше брать, скорее всего, не буду. Но если только может быть акватический, совсем не стойкий, 5 минут максимум. Хотя я пробовала по-разному. Пробовала даже на постельное белье, пробовала на шторы. Встряхивала обязательно перед использованием, потому что у нас там эфирные масла не могут осесть, да? Ничего, 5 минут максимум, все, больше не слышу. Это полезно, это здорово, мы увлажняем воздух, ароматерапия. Но, не знаю, все равно мне хочется, чтобы, ну, хоть чуть-чуть подольше держался этот аромат. Новинки.
девочки, немножко обновленные средства для мытья посуды у нас с вами, да, с углем. А здесь у нас что? Что добавили нового? Сила древесного угля. Алоэ вера добавили к углю. Потом с малиной кристальный блеск усилили формулу, я так понимаю. Сода эффект, свежий лайм. То есть белизна без налета. Я что-нибудь возьму обязательно. Посмотрим, насколько изменились они. Я их все три брала в предыдущем составе. Любые два кондиционера по 155 рублей каждый. Буду брать две органы, наверное, обязательно свои любимые, пока на нее есть скидка, запасаться. Самый приятный аромат, классный. Полотенце, кстати, девчонки, будет хорошая скидка. Мне нравятся полотенца Фаберлик, они достаточно плотные. После стирки становятся, ну, не сильно жесткими, бывают варианты и хуже, как бы, да. Они мягкие, хорошо очень впитывают, поэтому вот желтые ценники, да, при покупке двух они срабатывают. Можно взять за такую цену. Да, здесь 70 на 140, 899 рублей. Скидка консультанта, это будет где-то рублей 700. Ну, конечно, тоже не бюджетно, потому что, вот, допустим, сейчас я Васильке заказывала полотенце 70 на 140, да, оно рублей 300 с чем-то стоит. То есть можно два полотенца за эти деньги купить, да, даже если брать самую большую скидку консультанта. Девчонки, одежду и мальчишки пролистала, потому что, ну, меня там особенно ничего не зацепило. В мужской есть более-менее там на что посмотреть, а в женской как-то, ну, прям, ну, совсем никак. Белье Флоранж. Я буду брать еще, может быть, не в этом каталоге, может быть, попозже. Что хочу сказать, был обзор на спейсер, на трусики. Ну, теперь вы поняли, почему я заказала побольше, да? А так, что хочу сказать по размерам. Белье Флоранж слегка большемерит. То есть, либо берем в свой размер, либо на размерчик меньше. А белье Фаберлик, оно идет в размер. Это очень хорошо. То есть, берем свой размер. На сайте есть размерная сетка, даже здесь она есть, смотрите. Обмеряемся и заказываем свой размер. Я теперь в этом уже убедилась. И это на самом деле здорово. А что меня заинтересовало, так это обновленная линеечка Love. У нас теперь здесь появляется одежда, очень классные свитшоты. Прям вот прис... у девочек, смотрите, с овечками, у мамочек просто надпись Love. Я обожаю такие платья-свитшоты. У меня есть Bon Prix 2. Кстати, на Bon Prix даже дешевле, чем Faberlic. Я их по 1690 беру. Вот именно такие фасоны. Ну, хотя горловина, конечно, туговато. Я вот прям смотрю, и мне хочется. Вроде у меня два таких же есть, но все равно хочется, потому что вот люблю. С джинсами, с леггинсами, кому с чем, очень хорошо. Размерный ряд до XXL, до 2XL, да, у нас. И детские свитшоты тоже очень классные вообще. Удобная вещь, удобная такая базовая. Детских расцветочек вообще много, с леггинсами прям вообще здорово. Леггинсы буду брать однозначно, девчонки, потому что что-то нам сейчас на весну, вот леггинсы нужны по-любому. Может быть, парочку даже каких-то возьму, тапки миленькие, просто супер. Носочки Love у нас, мыло по акции. Это уже не новинки, барашек, девчонки, барашек. Потом еще должен быть сквиш, достаточно крупный, кстати, такой барашек. Сумка Shopper. Не очень дешево, но симпатичный. Вот сквиш, да, 3+. Ну, классно, миленько, разнообразно, здорово. Мне нравится. Универсальный крем для тела, рук и лица буду брать обязательно. Питательный такой, я такие люблю. Да, баночка похожа на нее, 4+, тем более. И дочке подойдет, здорово, отлично. Ну вот и все, мои хорошие. Смотрите, какая крутая акция у нас снова. Для тех, кто еще не зарегистрирован, прям... Спешите, регистрируйтесь с 28-го фокус, с 29.03 по 11.04. Компания всем зарегистрировавшимся дарит 1000 рублей на покупки. То есть вы регистрируетесь, делаете заказ, на втором шаге вы увидите, что вам придется платить за него на 1000 меньше. И это очень круто. Вообще эта акция крутая, она будет длиться только один каталог с 1000 рублей. В следующем каталоге все этой акции не будет. Здорово. Поэтому ссылка всегда под видео на регистрацию. Проходите, регистрируйтесь, я с вами свяжусь, будем общаться, все расскажу, покажу, объясню на пальцах и так далее. Ну и всех люблю, мои хорошие, всем весеннего настроения и пока-пока!